Всем привет, с вами Кэп, и сегодня мы будем играть в голодные игры с моими друзьями, с Сергеем. Всем здрасте, пацаны, всем привет. И Лосипачем. Да, всем привет, и со мной какие-то играют одни неадекваты, но все равно мы побежим. Да, окей. Мы побежим к центру, и потом побежим вот в те поезда. Короче, я к центру, и потом на поезда, думаю, вы меня найдете. Опять эта карта, она меня уже бесит, она уже в одном видео есть. У меня полный сет. Нет, у меня только. Алмаз не взял, ничего. Я, короче, много чего взял, люди. Я много чего взял. Так, если. Поезда. Сзади вас человек, у меня есть лук, только не пострел. Ну, да ладно, это мои первые голодные игры. Люди, поздравьте меня в комментариях, пожалуйста. Ой, сколько тут людей, люди. Люди, сколько тут людей, блин. Бей их, Интракс! Бей их! Бей! Ой, я случайно тебя! Ой, меня пьют! Бей! Колоти их! Не бегу! Давай, Интракс. Где тут какой вагон проверять? А, горю на работе! Это геймер! Я не знаю. Я его убил! У меня свининка есть. Я сгорел на работе, блин. Блин, нищий. Я опять умер. Что-то ты всегда подыхаешь, но я думаю, что мы будем продолжать с Аней, не будем разочаровывать. Потому что я сгорел и на работе. О, все. Я знаю, вроде как. Да, вон там сундук. Да, бежим туда. Бежим. Я нашел себе меч. Да. Мы нашли деревянный топор. И Макс, у меня есть пару вещей для тебя. У меня, в принципе, уже все есть. Кроме ботиночек. Ботиночки только нужны. Ботиночки? Да. У меня есть. Я вижу чувака, он походу без. Ой-ой-ой. Так и упал. Ладно, побежали. Макс, ты где? Я буквально бегу в шахту. А, ладно, мы разоединяемся, дорогие зрители, но не бойтесь, мы потом воссоединимся. И тут. Ууу, давай! Вот так мы прыгаем. Голодные игры. Кстати, вот мой скин, такой пока что. Но потом я попрошу вас нарисовать мою собачку. Я убил скин чувака. Собаки. Если вы сможете нарисовать, именно вот, ну, сейчас вот попрошу вас или где-то Сань, еще. Сань, не ты меня случайно с луком мочил? Нет. Нет? У меня стрел нету. Вот в чем минус. Ой, я вижу сундук. Тем более я своих не мочу. Так, здесь два чувака. Тут котел, тут подъем на второй этаж. Да, тут еще подъем. Так, я куда-то бегу, но не понимаю, куда, если честно. Да, я понял, как тут уже все. Да, сундук, и тут нагрудник, штаны. Да, кстати, все, что мне нужно. Все, у меня полный сет брони. У тебя есть ботиночки? Ботиночки нет, у меня только два шлема, золотой и простой. Да, у меня есть, в принципе, шлемы. Так. Блин, чуть не упал. Вот всякие такие ловушки тут находятся, блин, это очень опасно. Так, я на этой карте очень много сундуков знаю. И я думаю, я побегу вот к тому домику. Давай, может, встретимся у спауна скоро? Да, скоро, я думаю, встретимся у спауна. Сейчас, я здесь в одну деревушке пробегу. Здесь. Так, падаем сюда. О, я нашел тебе ботиночки. Отлично. Теперь, как отсюда выбираться, показываю вам. Нажимаете кнопку и просто выбегаете так быстро через вход, который вам открывается. Теперь что у нас тут? Поднимаемся сюда. Вроде сюда еще никто не сходил. У тебя случайно одного железка нету? Так, одного железка? Да. Нету. Ну, надеюсь, что ты его найдешь. Или я его найду, потому что будет хорошо, у меня будет железный меч. Так, я думаю тоже, что я что-то найду. Так. Тут. О, вон сундук. Запрятанный, правда, но ничего. Мы нашли каменный топор, это очень даже хорошо. Я тебе каменный меч потом дам. А, ну тогда окей. Ну, если я себе сделаю железный. Так что давай, старайся, ищи этот. Железка, да, одно надо найти? Да, желательно железо. Как я понял, то Сергей ушел от нас. Да, Сергей? Да, он ушел от нас, но, в принципе, ничего. Ничего, мы его потом еще раз добавим. Добьемся, чтобы он с нами сыграл. Да ё-моё, я не могу до одного грёбаного сундука дотянуться. Я упал нечаянно? Ага, всё, я дотянулся. Теперь у меня есть деревянный меч, но я думаю, он так же, как и каменный топор. Да, они одинаковые.
Да, я смотрел Шеда, он мне рассказывал много чего. Шед рассказывает. Шед, кстати, привет тебе с моего видео, надеюсь, ты это увидишь или что-то в этом роде. Ой, тут TNT, оно не взорвется. И такой в комментариях: привет, Кипик, привет. Да, блин, я бы был очень счастлив. Меня чувак мочит на спавне. Можешь побежать ближе к спавну? Ближе к спавну? Да. Погоди. Ты что рядом видишь? У меня тут комната с TNT. Я сейчас в таком городке. Я сейчас... Ой-ой-ой, сверкает очень. Тут еще флаг Америки. Я к тебе бегу. Жди еще меня там. Америки нарисован. Ой-ой-ой-ой! Тут чел! У него каменный меч. Я бегу к тебе, меч. Саня. Я боюсь его. Я знаю, где этот... Блин, за мной два чувака бегут. Я его боюсь, он меня сейчас убьет. Держись. Все, меня слили. Ладно, я один останусь, возможно, их выиграю. Хотя это... О, вот, и тебя сзади два чувака мочат. И все, тебя тоже слили, да. Я уверен в этом. Нет, тебя, возможно, еще не слили. Убегай. Убегай, молодец. Да смотри, здесь уже все за мной. Да, вообще так. Смешно. Погонялки за тобой. Давай, беги. Ладно, все, в принципе. Да, ну, серия дома нормальная была. Надеюсь на это. Сергей не попрощался даже с вами. Ну, он обиделся так, ну, что в начале серии помирает. Ну да ладно. Ну, всем... Сейчас, секундочку, я хочу здесь один сундук проверить. Вау, здесь даже сундук есть. Два сундука. Я нашел одно херенное место. Есть два сундука, но, походу, отсюда выбраться больше нельзя будет. Но стоит того, мне так кажется. Ну, так что... мы прощаемся с вами, дорогие зрители. Катип. Кто он был? Кэп? Ну, что ты еще хочешь сказать? Ща. Я ищу сундуки. Ладно, все. Ну давай попрощаемся, смотри. Да. И будем потом искать. Всем! Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте видео. Заходите на канал Лоси Патча, подписывайтесь на него, комментируйте его видео, лайкайте его. И с вами был Кэп и Лоси Патч. Всем пока! Да, до свидания, уважаемые зрители. С вами был Лоси Пафик и Кепик. И всем до свидания, до новых встреч, до новых видео. И всем пока!